Алтайский край пока не готов к новым правилам обращения с твердыми бытовыми отходами. К такому выводу сегодня пришел ряд депутатов Законодательного собрания края. Сегодня в парламенте региона прошел круглый стол, посвященный реализации федерального закона об отходах производства и потребления. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года. Ответственные чиновники края рассказали депутатам, что на сегодняшний день регион разбит на 7 зон по вывозу и переработке отходов. При этом с региональным оператором определились только в 6 из них. Чиновники признали, что пока не до конца решен вопрос из утилизации мусора в ряде удаленных точек края. Одновременно с этим в каждой из зон идет принятие тарифов за обращение с ТБО. Еще один не до конца решенный пока вопрос – несанкционированные свалки и поиск мест для новых полигонов. По новым правилам их не должно быть в пределах населенных пунктов. Согласно поручению президента, требование по ликвидации в течение ближайших 3 лет непосредственно свалок, которые расположены на землях сегодня городских поселений и которые являются у нас несанкционированными. Таковых на территории края нами учтено 10. Мы все направили предложение, в том числе 5 свалок в городе Барнаул, Иск, Белокуриха. Ликвидация таких объектов накопленного вреда. Также министр природных ресурсов заверил собравшихся, что к декабрю этого года его ведомство закончит работу над системой контроля за вывозом и утилизацией мусора.